Здорово всем, народ. В общем-то, я уже сваливаю отсюда, как видишь, сколько я тут нафармил. Мне уже немножко поднадоело, к тому же время кончается. Это очень хорошо. Так, покупаем себе, значит, еще одну пауколку. Всего я купил их 3 штуки, как видишь. И, ну, я не знаю... Что еще можем мы купить? В принципе, вопрос в том, что мне еще нужно. Ну, там, в принципе, больше ничего не нужно. Можно пару чертежей купить. Этих сундучков купим. Пусть будут. Открою их сразу. Ну и все, мы все потратили. Все, можно смело закрывать. В общем-то, сейчас на базу прилечем. Так, что у нас там по ремонту это? Отмену нажмем, давай быстренько отремонтируем. Здесь тогда... блин, я даже уж не знаю, там 4... Так вот можно поставить. Это пофармить хочу этих. Так, этот у нас остается, этот у нас что? Понятно, этот будет на ремонт на ночь отправляться. Этот потом я флот заменю. В принципе, мне сейчас этот, эти корабли нужны. Эти у нас, да, будут. Юрю, пусть ремонтируется потихонечку. Так. Идем тогда этот флот. Берем. Направим вот сюда. 71-й я одолеваю. 86 уровень получился, не кисло. PSX. Ага, привет, ребята. А вот на вас есть чертежи. Проверки отправляем сюда. Или этот отправить? Не, этот не готов. Я думаю, по 2 бастиона оставить каждому из этих флотов. 3 командира потом поставлю. Здесь этот флот. А, я игрушку перезагружал точно. Так, этот флот у нас отправляется вот сюда. Мы будем пробовать этих гасить. Надеюсь, у нас выйдет без сильных повреждений. Не нравится мне это все, если честно. Так, модернизация модулей. Что у меня там? Здесь, здесь не поставлено. Где у меня руди-то поставлены? Так, броня. Уродец какой-то, блин.
Корабли-то у него покруче будут. А что я говорил, это PvP-зона, где стараются выискать разных людей и с ними повоевать. Да, надо без бастионов туда отправлять ребят. В принципе, как видишь, это банальный пример. Ну ладно, отремонтируем, не проблема. В принципе, я такого и ожидал. Удивительно, здесь ничего нету. Но чувачка добавим, конечно, к себе во враги. И потом добавлю себе во враги. Выискивает старый игрок новеньких. Стоп. Он 104 уровнем напал на 86. Это вообще закон. Восьмой у него. Так, значит, его линкер занимает 88. Ну да, мне не надо, значит, копошиться здесь. Делать больше 70-го. Ясненько. Собственно говоря, как я и ожидал. Лучше вот на таких простеньких кораблях летать. Флот не сильный получится. Но хотя все равно, видишь, вот эти, как ни крути корабли-то, он круче меня будет. Что у него и щелки стоят, и всякая остальная байда. И будет атаковать, как говорится, вот таких вот, ну, лохов, что ли. Это, в принципе, и ясно. Это все ПВП, которые могут. Если встретиться с опытным противником, они боятся. Да и не будут встречаться. Удивительно, ничего нету. Завтра я все равно полетаю, пофармлю. Ну, солью так солью. Это не проблема, в принципе. Вот такой флот слить. Потом, когда начнутся эти винты, надо посмотреть, что там будет. Так, сколько ему повреждений-то хоть нанес, мне интересно. Но меня сейчас вот это интересует. Хоть и неплохо вроде пока получается. Ну ладно, посмотрим. Так, пока 95-й. Видишь, я вот два бастиона поставил. Это я зря сделал. Я думаю, потом эти корабли еще построить, подзафитить. Ну, то есть такие, знаешь, горе-ПВПшники. Но их надо узнавать. Их надо добавлять себе в недруги, чтобы знать, где эти засранцы находятся. Они ничего больше не могут. Опыта наберемся, будем им звездюлей вкатывать. Но пока без опыту это все бесполезно. Не, неплохо мы ушатываем их. Мы держимся хорошо. А вот эти торпеды, которые замедляют, конечно, помогают хорошо.
Надеюсь, выйдем без повреждений. Да твою ж налево. Все равно семерочка, да? Как бы я тут не убивался. Первую пушку эту ставить, Гланс. Возможно, придется пострадать. Так, давай-ка еще раз бой посмотрим, чем он меня атаковал. Да-да-да. Так, ну, на 14 часов или на 8 зарядим. Так, что по синтезу у меня там? А тут исследовать, по идее, надо все, но от всего толку я не вижу. Хоть убей. Как говорится, хоть убей, хоть режь. Так, бой посмотреть надо. Еще раз. Корабли были. Так, у него, то есть, были... А, это арморные корабли. Это корабли, которые восстанавливают свой армор от ДПСов. А, я ему одного убил. Ой. Второго повредил сильно. Так, это у нас корабли. Что за корабли-то такие? Ну, говно корабли, раз они так быстро сдохли. Если не считать того, что у него там и защита была, мягко сказать, не кислая. Сколько ему флот повредил? Вот смотри, это вот начальные корабли у меня были, в принципе. Ну, кроме бастионов. И то я смог ему хороший ДПС причинить. Давай-ка еще раз посмотрим. Кто именно ему смог там причинить ДПС-то? Ну, значит, лазерами ДПС причинили. Я думал, вообще никого убить не смогу. Но неплохо получилось, неплохо. Я доволен, в принципе. Сколько у меня такой флот будет ремонтироваться, кстати? Корабли у меня здесь половина в ускоренном ремонте. Три часа. Три часа они будут ремкаться, ну. Это... Да ладно, поставлю на ремонт. Хотя мне сейчас интересно, как эти у нас будут себя комбинировать. 7 минут. Так, я, короче, сейчас ремонт проведу. Пока ускочу на паузу. В принципе, вот говорю, народ, насчет ПВП. Сразу видите, нападают на слабых противников. Это сразу скажу, опытный человек играл. Потому что, ну... Гадалки не ходи. Уровень базы у него. Сейчас посмотрю.
Да ты издеваешься. Погоди-ка. Это ж мудня, я этого знаю. Вот это номер. Сейчас, меня извините. Я его знаю, вот в чем проблема-то. Ну, как не в жизни, а я встречал этого игрока уже. Переписку, скорее всего, удалил. Помню его, он на меня нападал. А, он вокруг моей базы крутился. Вроде этот тест. А, вот он. Анахаба. Вот. Кем здесь он воевал? Так, да, я с ним уже не первый раз сталкиваюсь, именно этот игрок. Он перенес свою базу, что ли? Сейчас я он тут так тусует. Там странно играет, почему 56 уровень только? Ему что ли базу раздолбать? Ладно, у меня пока задача не для этого. Мне сначала нужно оружие хотя бы изучить. Ладно, это я поправлю. Так, пусть ремонтик длится, он не слишком долго будет. Так, ладно. Отправляем своих горемык еще раз сюда. Блин, пока я эти пушки не выучу лазерные, сначала мне надо нафармить. Вот у него корабли, которые есть. Ну, я не знаю, он их купил, что ли? Где эти корабли? Я не помню. Это фениксы были, насколько я понял. А, у него вышел последний день. У меня-то еще последний день не вышел. У него, то есть, фениксы. Теперь его строительство будет, мягко сказать, довольно-таки долгое. Это хорошо. Че, будем его мучить? Ну, я думаю, он меня нападал уже два раза. И один раз он об меня разбился. Я думал, он с игры ушел. Ну да, попинываем его базу. Только свою улучшу. Когда кончится, потому что он все равно меня нападет на мою базу. Да. Ага. То есть я его победил, он меня победил. Ну, это вышло случайно. Он-то прекрасно знает. Он сейчас феникса не стоит. Странно довольно-таки. Человек вроде как и учится играть. У меня вот фениксов нет, я их не проверял, вот в чем проблема. Я не знаю, на что они способны. Но качество флота надо будет уменьшить по-любому, чтобы было более-менее опционально играть.
Почему я показываю эти серии? Вот кто-то будет спрашивать, если вот покажи то, покажи это. Это опыт. Опыт, который ко мне приходит. Ну, вообще-то, если честно, я не знаю, где вы будете опыт получать, но опыт мне приходится получать нарочно. Я его показываю, потому что я не нашел даже нормальных видеогайдов. Я нашел только этого красного дракона, который сидит, читает, что там в подарках есть. Обалденно интересно. Нет, не интересно ни разу. Кстати говоря, здесь надо было поменять не на взрывного командира. Я что-то забыл. Ладно, это я потом завтра поменяю. В принципе, я да, пойду инопланетян фармить. Пока я проснусь, мне главное вот это вот. Этой хрени я вообще не понимаю. И надо будет посмотреть, чем фениксы здесь снаряжены. Очень интересные такие пуколки были. Чувак на 56 уровне, значит, он профукал. Да, он профукал по ходу дела, так сказать, свою удачу. Так, ладно, я тогда... Блин, а где мне эту пушку-то поставить? Могут на меня нападать? По-любому надо подготовиться. Он мне жизни точно хватает. Я, соответственно, и буду с ним сражаться. Так, блин, скоро корабль построится. Подождать, к сожалению, я не смогу. Да, заведу себе будильник, наверное, чтобы вверх не стояло простой, потому что эти вот первые дни, это очень важно. Это слишком важно. Так, эти там сражаются еще, да? Давай посмотрим ради интереса. А у меня, в принципе, не будет нормального вооружения. Мы так и будем страдать всякой фигней. Да, выбора нет. Наверное, так и будем бегать. Да я от этого лично не в восторге. Это мягко сказать. Но когда изучим уже вот это вот оружие, которое есть у альтаирцев. Значит, альтаирцы вторая раса по силе. Забавно. Мне это пишет. Тень это легендарный бастион. Я хочу его сам сделать легендарным. Тоже, блин, надоедает. Тут у них призы. Давайте вы купите, блин. Будет все хорошо. Так, сколько у меня там осталось? 4 дня. 8 часов. Это мои защиты. Погоди-ка. А у нас наших этих призах тут вроде ничего интересного нету, да? А здесь у нас... Но это мы будем собирать уже завтра с утречка. Пойду пока отремонтируюсь. Сколько там времени-то прошло? 24 минуты. Ладно, я прощаться не буду. Завтра с утра встану. Я флот как раз переделаю. Посмотрю, что можно сделать. Ну, в принципе, хотя может реально серию закончить. Хотя да, это не... Надо там побыть. Ой, вообще-то надо бы этот флот взять проугрейдить как следует.
Начнем с этого. Поставить хотя бы несколько мелких кораблей таких на Алгрейд. В принципе, это все. Фармить-то. Вот. Наверное, мои корабли видел, хотя я не видел, чтобы он фармил рядом со мной. И почему? Это вообще тут другой. Погодь-ка, это другой какой-то дядька. Я точно с ним сражался. А, нет. Это Дельта Багоро. О. Дельта Багоро. О. 88-й напал на 86-й. Так. Да, 57 уровень базы. Окей. Покажите-ка мне его. Перепутал я с ахахаха. Ну будем, да, тогда простенько флотом летать. В принципе, как я и рассчитывал. И где он у нас тут? Офицер какой-то. Ну да, это 100% второй аккаунт, а на ха-ха-ха я злился. Походу, чувак-то он реально ушел с игры. Когда обиделся на меня. Значит, да, это опытный чувак. В принципе. Мы будем деливеров пенять. По яйку. Прокачивать как раз героя будем. Потом, по планам у нас что? Мне нужны альтаирцы. Их надо будет пофармить. С них, правда, сундучков я не выбью. Мне нужна вот какая-то тут броня. Угу. А мне надо как раз завтра, помимо фарма вот этих долбодятликов, разобраться, как воевать с альтаирцами. Чем? Я вот лично не знаю, народ. Ну, конечно, можете написать в комментариях, кто-то, может, прочитает. Нет, в принципе, когда эта серия выйдет уже, хоть комменты и читаю, будет, вероятно, неважно. Потому что, вероятно, я на игру забью. Но серии гораздо будет позже выходить того момента, который вы видите, сразу говорю. Так, значит, он у меня будет нападать вторым аккаунтом. Вот это херово. Народ, запомните, ни один человек не будет настолько опытен. Особенно новенький. Шафлот-то у него был довольно конкретный. Но почему уровень базы он не повышает? Ладно, давай посмотрим, что они там делают. И мы их одолели практически в сухую. Но это был не крушитель. Деливер. Так, мне вообще надо потом вот посмотреть. Этот флот давай возвратим на место. Ни один бастион дает неплохо прирост. Ладно, народ. Ой, надо вот подумать с этим чудиком, что делать.
Так. Чудик злобный. И опытный. На него нападать, конечно, я бы хотел, но у него 1-2 ака по-любому есть. И он с этих аков мне так по щам влепит, что я забуду, как меня зовут. Вот в чем проблема. Пока у меня, в принципе, есть щит, мне это еще спасает. Ну, надо, конечно, мне как-то по-другому базу будет обустроить. Надо прикинуть хотя бы примерно. Что защищать в первую очередь? Я думаю, главную базу верфь. И надо будет посмотреть, когда кончится у меня бонус, сколько у меня будет времени до модернизации. Если оно скинется там до 180 дней, ну, если до 2 месяцев, то ладно. Если до 80 дней, я отменяю, вероятно, всего. Так, на игру немножечко забью на неопределенное время. В принципе, повреждены они были не сильно, дали мне за этот бой сколько? А ну. Да. Правда, я не понимаю, вот реально, ты играешь одним аккаунтом, завел другие аккаунты и делаешь из себя вид бедной небрежной овечки. Не понимаю, в чем прикол. В игру надо играть. В принципе, у каждого своя игра, и каждый сам в нее поиграет. Ладно, народ, на этом я реально серию закончу. В принципе, я сейчас на ремонт. Подумаю немного, то вас своими мыслями сейчас просто мозг вынесу. Завтра будем фармить наших маленьких инопланетян. Параллельно получать, мягко сказать, звездюлей от альтаирцев. Надо нам все же таки выбить эту пушку, потом заменить эту и все корабли. И не знаю, сколько это времени уйдет. Я потом построю еще один. Поставлю корабль, релиху на стройку. С утра подобновлю немного флоты. Ну, вот кроме этого, сразу говорю. В принципе, тут ремонт 7 минут. Они не сильно повреждены. Но у меня, у многих, здесь уже уровень повышен. И надо их проапгрейдить вообще-то. Начнем с этого. Потому что я вот... Я так сделаю, фиг с ним. И мы сделаем вот так. Какой уровень флота у нас стал? А, не вижу. Он стал 84-м, да? По вооружению прикинуть, обдумать. Ставлю пока это все ремонт. Ладно, всем удачи, народ, всем пока. Буду я обдумывать, как здесь поступить. Но, правда, с более опытным игроком тяжело будет воевать.